Ереванская крепость. Последний бастион. Трагическая потеря Южного Кавказа начинается с завоевания Петра I, который планировал расширить Российскую империю посредством массового заселения этнических армян, а также депортации мусульманского населения, в особенности суннитского толка, в Османскую Турцию. Продолжившая политику Петра I императрица Екатерина II также оказывала всемерную помощь и поддержку армянскому населению Персидской и Османской империи. Российская экспансия в регионе завершилась в 1827-28 годах падением двух последних азербайджанских ханств – Ереванского и Нахичеванского. Заключенный в феврале 1828 года Туркменчайский мирный договор повлечет за собой новую волну армянской эмиграции из Ирана и Османской Турции в Ереванское и Карабахское ханство, а также в Грузию и Крым. Предлагаемый вашему вниманию фильм – это лишь краткий экскурс в историю Еревана, столицы одноименного ханства. Первым государственным образованием на территории Ереванского ханства было древнее государство Урарту. Согласно историческим данным, основной этнической группой Урарту были хурриты. Язык государства Урарту имел структуру, отличную от индоевропейской языковой семьи, в которую входят армянский и курдский языки. По мнению профессора истории и археологии Пола Зиманского, любые попытки увязать этнический состав государства Урарту с одной группой неправомерны и не выдерживают исторической критики. Зиманский утверждает, что Урарту представляла собой конгломерат различных этнических групп, как, например, халибы, халдеи, таокои, скифы и персы, проживавшие на этой территории. Также Зиманский выдвигает предположение о расселении многочисленных инородных групп населения в определенных местах на территории Урарту. Среди переселенных групп упоминается 6600 пленных хеттов и супани в Эребуне. По утверждению автора, пестрый этнический состав Урарту и стал главной причиной столь быстрого падения этого царства. Историки полагают, что с древнейших времен, а именно в период с 3 по 1 тысячелетие до нашей эры, в регионе также проживали различные тюркоязычные племена, как, например, субары, армимиттанцы и хурримиттанцы. В период с 10 по 8 века нашей эры эти территории входили в состав Урарту. В последующие периоды, начиная с 7 века до нашей эры, на территории современной Армении расселяются сакко-кимерийцы, или сагагомеры, и гараманы, или караманы, также известные как кипчаки. Археологические данные позволяют говорить о сходстве строительных традиций Урарту с городищами, раскопанными к югу, такими как Кельтепе в Нахичевани, нижними уровнями Хаджи-Фейрус и Тильки-Тепе. Исследования ранних курганов в регионе также выявили поразительное сходство с курганными захоронениями в Центральной Азии и Восточной Турции. Индоевропейский этнос хаев переселяется в регион в более поздний период, однако в значительно меньшем количестве по сравнению с другими племенами. Именно эти племена впоследствии примут этноним «армяне», что в переводе с кипчакского означает «отважные мужи». Однако, невзирая на эти очевидные факты, фальсификация исторического прошлого продолжалась и в советский период, поддерживаемая режимом по сугубо политическим соображениям. Первым, кто выдвинул подобное утверждение в академических кругах, был женатый на армянке академик Борис Петровский. Именно после его необоснованного заявления в 1968 году в Армении прошли празднования 2750-летней годовщины Еревана, в ходе которых было сделано «громкое» в кавычках заявление о том, что Ереван якобы на 30 лет старше Древнего Рима. Ссылаясь на труд Моисея Харенского «История Армении», раскритикованный за неточности и искажения западным ученым Робертом Томпсоном и австроамериканским исследователем Отто Меншенхельфе, некоторые армянские историки заявляют о якобы армяноязычном пророке Ное, чей ковчег пристал к вершине горы Арарат во время Великого потопа. По их утверждениям, когда воды Великого потопа отступили, пророк произнес слово «Еревал», что по-армянски означает «появился». Именно это изречение
по утверждениям этих исследователей, якобы и легло в основу названия города. Конечно же, можно усомниться в принятии либо поддержке подобного рода утверждений самими армянами. Достаточно вспомнить известного армянского писателя Хачатура Абавяна, который в своей работе «Краткий исторический очерк города Еревани» ссылается на популярную легенду, связывающую происхождение топонима с именем армянского царя Еревана. Таким образом, привязка названия города к словам «Еревил» или «Еревал», означающим «увидел», «появился», является абсолютной фабрикацией. В действительности город обретает известность лишь к 1441 году, в период правления Джахан-Шаха, после его завоевания персами. С этого времени и вплоть до 1827 года Ереван был своего рода яблоком раздора между Персией и Османской Турцией, периодически переходя из рук в руки. В числе его правителей было 10 турецких пашей и 33 иранских хана, включая последнего правителя. Как отмечает турецкий путешественник и географ Эвлия Челеби, в качестве городского образования Ереван был основан на месте небольшого поселения одним из купцов эмира Теймура по имени Хаджахан Лахиджани. Наиболее известные сооружения в Ереване были возведены правителем государства гора Гуэнлу Джахан-Шахом. Именно в период его правления в монастырь Ушкильсе, расположенный в деревне Багар-Шабот Чухурсаатского эмирата из Киликии, переносится центр армянского католикосата. В период династии Сефевидов в 1509 году шах Исмаил отдает приказ своему визирю Равангулухану о строительстве Ереванской крепости. Фортификационные работы продолжались 7 лет. Этнический состав Ереванского ханства в указанный период складывается из следующих угусских тюркских племен: Баят, Афшар, Саадлу, Бахарлу, Баяндур, Гаджар, Шамлу, Румлу, Устаджлу, Текалу, Айерумлу и Муганлу. Данные племена оставили богатое наследие по себе. Одним из ярких примеров этого наследия является туркменский могильный комплекс, датирующийся 1413 годом. Украшенный богатой арабской вязью, комплекс располагался в местности Узуноба, ныне именуемой Аргавант, к югу от аэропорта Звартноц. В 17 веке город временно переходит под контроль Османской империи. После убийства иранского правителя Надыршаха Афшара в 1747 году формируется Ереванское ханство. Именно на это время приходится период процветания Еревана. Правители ханства возводят многочисленные мечети, караван-сараи, бани, парки. В город из плата Гырхбулах проводится питьевая вода, что позволило превратить Ереван в город садов. Хотя землетрясение 4 июня 1679 года приводит к значительным разрушениям, город вскоре поднимается из руин при поддержке правителей Нахчевана, Генджи, Карабаха, Табриза и Баку. Жемчужиной города Ереван был знаменитый ханский дворец, также известный как дворец Сардара. Первоначально возведенный властителем Еревана Амиргюнаханом Каджаром, он был затем перестроен ереванским правителем Гусейн-Али-Ханом. Дворец отличался уникальной отделкой интерьеров. Гусейн-Али-Ханом также возводится мечеть Гёй-Джааме. Эпитет Гёй переводится с тюркских языков как «небесно-голубой». Портал мечети, а также ее минарет были выложены изразцовой плиткой. Внутренний двор мечети украшал фонтан, обсаженный стройными вязами и кипарисами. При мечети была открыта школа-медресе. В 1791 году Мухаммад Али Хан, сын Гусейна Али Хана, возводит зал Гюджгюлю и летнюю дворцовую резиденцию Шушабенд. В то время Ереван состоял из 4 жилых кварталов: Гала, или крепость, Шахри, Тепебаши, ныне известный как Конд, и Дамир-Булах, в настоящее время Керенкитах. Между крепостью и жилыми кварталами расположилась рыночная площадь. Жилые кварталы простирались вдоль правого берега речки Гырхбулах, вплоть до Ереванской крепости.
Здесь также располагался центральный рынок с прилегающими к нему площадями, банями. Квартал Тепе-Баши также находился в этой части города, на возвышенности между рекой Зянги и кварталом Шахари. Город славился своими садами. Излюбленный сад и летний павильон Гусейна Алихана был разбит на правом берегу реки Зянги, ныне известный как Раздан. Городской квартал Демир-Булах с мечетью и банями Джафарбея и Хасан-Али, а также кервансараем Сусуз, раскинулся к юго-востоку от квартала Шахри. Ереванская крепость занимала стратегически важное положение между Османской Турцией и Каджарским Ираном. Именно этим обстоятельством объяснялась значимость крепости в военных планах Российской империи. Попытки российских войск овладеть крепостью в 1804 и в 1808 годах не увенчались успехом. Жители крепости отважно защищали свою твердыню на протяжении более чем 20 лет. Крепость пала 1 октября 1827 года. Именно с этого момента начинаются темные страницы в истории Ереванского ханства. После взятия Ереванской крепости российский император Александр I инициирует массовое переселение на завоеванные территории этнических армян. Переселение армян осуществлялось также в Астрахань, Кизляр, Моздок, Дербент, а также в окрестности Бурчалы, Лори, Телави и Сигнахи. Следующим шагом царской администрации становится указ императора Николая I от 21 марта 1828 года об образовании так называемой «Армянской области» на территориях бывших Ереванского и Нахчеванского ханств. Как отмечает советский историк Николай Смирнов, во вновь образованную область переселяется 90 тысяч этнических армян из Персии и 75 тысяч армян из Османской Турции. В 1828-29 годах еще 40 тысяч турецких армян заселяются в район Ахалхалаки. Переселение армян из Турции и Персии продолжалось вплоть до 20-х годов прошлого столетия. Согласно историческим документам, до начала переселенческой политики царской администрации мусульманское население региона исчислялось 1 миллионом 632 тысячами жителей, в то время как армянское население составляло лишь 290 тысяч человек. К 1897 году армянское население перевалило за миллион. Только в период 1915-16 годов в Ереванскую губернию прибыло порядка 400 тысяч армян из Османской империи. Как отмечает исследователь Брат Кеслин, автор работы «Открытие Армении. Археологический и туристический справочник и карты исторических памятников Армении», вскоре после 1900 года армяне составили большинство даже в самом Ереване. Представитель российской администрации Канадеев в работе «Очерки закавказской жизни» в частности отмечает, цитирую, «Незаконный захват армянами казенных земель и частновладельческих наделов также способствовал их обогащению. Эти устремления с особенной силой проявились в 1850-е и 60-е годы. Захват казенных земель осуществлялся довольно легко и не без ведома властей и местной администрации». Конец цитаты. Однако армянское население Ереванского региона увеличивалось не только в результате переселенческой политики царской администрации. Наряду с этим осуществлялось целенаправленное уменьшение веками проживавшего здесь тюркского населения посредством политики геноцида, сопровождавшейся резней и этническими чистками. Именно эти действия с 1905 года планомерно осуществляют армянские террористические организации «Дашнак-Цюцюн» и «Гнчак» в Баку, Нахчеване, Ереване, Карабахе и Зангезуре. В 1917-18 годах указанными террористическими структурами проводятся широкомасштабные карательные операции против азербайджанского населения Еревана и его окрестностей. В Зангезуре ими было убито свыше 10 тысяч этнических азербайджанцев. Свыше 50 тысяч были вынуждены бежать из мест своего исконного проживания. В окрестностях Еревана 199 деревень было просто стерто с лица земли, а количество жертв
составила 135 тысяч убитыми. Одновременно с этим геноцид азербайджанского населения осуществляется в Карабахе, Баку, Губе, Ланкаране, Шерване и иных регионах Азербайджана. При этом жертвами насилия становятся также представители местного еврейского, лезгинского и талышского населения. Однако мир остался безучастным страданиям азербайджанцев. Британский журналист Роберт Скотланд Лидл в этой связи отмечал, цитирую: «Большинство слухов фабрикуется в Москве и оттуда же запускается». Конец цитаты. По мнению автора, если бы не подрывная деятельность с армянской стороны, представители двух этих народов вполне могли бы мирно сосуществовать. В период советской оккупации происходит массовая армянизация топонимов тюркского происхождения на территории Армянской ССР. С карты Армении исчезают исконные названия десятков городов, деревень и местности, как, например, Чигюн, Дююн, Каркал, Ингала, Гарагойнлух, Гараторпах, Зенджирли, Зими, Гарабахлар, Эрмеч, Мюнчур, Шахаблух, Гатсулух, Гашка, Гарагюн, Буйбирт и Котуз или Хортуз. В своей статье «Угусские общины Родины» Исрафил Багиров и Вальяддин Алиев, профессора Нахчеванского педагогического университета, смогли проследить происхождение некоторых из указанных выше имен в древнетюркских манускриптах, как, например, «Читаби Деда Горгут» – «Книга деда моего Коркуда» – героический эпос угусских тюрков. Так, именем Гарагюн назван один из представителей угузов. Дююн – это название двух деревень в местности Гамарли, впоследствии переименованной в Арташат. Дуяхар или Даяхар было названием деревни на территории современной Армении, а также именем одного из предводителей угусских племен. Топоним Сюнюч был широко распространен среди тюркского населения Кавказской Албании и угусских племен. Основным населением указанного региона являлись племена кавказских албан, а именно кипчакских тюрков. Древний могильный камень, обнаруженный в селении Урут Сесианского района Армении, относится к Агвану, Угавану. Агван также являлась распространенным албанским тюркским именем, а местность Ухс, согласно Бартельду, соотносится с Усханом или Огузханом. Исрафил Багиров и Вельяддин Алиев отмечают, что когда они проезжали мимо развалин селения Ингала, им поневоле вспомнились слова народной песни: «Ингала, Ингала, все ветшает и разрушается, кто же останется жить здесь тогда?» Словно некие силы свыше превратили этот некогда оживленный уголок в царство мертвых. В советский период, при полном попустительстве центральных властей, культурный и физический геноцид этнических азербайджанцев в Армении набирал обороты. Кульминацией этого процесса, по мнению Бахадура Гаибова, стала окончательная этническая чистка в 1988-89 годах. Десятки азербайджанцев были зверски убиты, порядка 300 тысяч изгнаны из мест своего исторического проживания в Армении. С чувством глубокого прискорбия приходится констатировать масштабный геноцид азербайджанского культурного и исторического наследия на территории бывшего Ереванского ханства.